Друзья, привет! Телефон Samsung K50. Думаю, неважно, какой телефон Samsung. Хочу показать, где посмотреть в настройках о том, какой у вас аккумулятор, сколько ампер. Ребята, двигаемся в настройках вниз, сведения о телефоне. Заходим сюда, и вот здесь вот есть сведения об аккумуляторе. Здесь читаем. Емкость аккумулятора 4000 микроампер. Стандартно. Это в моем случае. Также об аккумуляторе есть не то, что информация о настройке вашего аккумулятора. Вот здесь вот обслуживание устройства. Здесь заходите, выбираете батарею. И вот здесь вот можно уже полазить, порегулировать кое-какие настройки вашей батареи. Вот, ребят, кому было полезно, поставьте лайк. Смотрите другие видео на канале. Вам здоровья, счастья и пока-пока.